Всем привет, с вами интернет-магазин Stalker Shop, и сейчас мы рассмотрим сумку Foxtrot от фирмы Gillicon Tex. Отличная повседневная барсетка в стиле милитари. Начнем с передней панели. Здесь мы видим крепление системы Molly под названием Lazarus. Это совершенно новый вид панелей, в которых нашиты стропы не сверху, а прорезаны дырки в передней накладке. Карман на молнии. И здесь же небольшое отделение с органайзером внутри под различные предметы, типа ручек, блокнотиков и всего остального. И плюс достаточно вместительный карман. Как вы можете заметить, все молнии, они дополнительно изолированы термоусадкой, что будет предотвращать истирание самого шнурка. С правой стороны находится небольшой кармашек, тоже с креплениями Molly на молнии. В нем отделение с сеточкой и тренчик для крепления, к примеру, ключей. С другой стороны кармашек под бутылку. То есть, ну, сюда можно положить либо бутылку, либо какой-то предмет. То есть карман открыт и фиксируется при помощи стропы с велкро. На задней стороне мы видим накладку со структурой из сеточки. Она выполнена как двусторонний карман, в который у нас убираются наши лямки, наши поясные лямки сумки. При помощи них мы можем закрепить сумку на поясе. Здесь же мы видим крепление Molly и с одной и с другой стороны по небольшому карману. Если лямки выпущены, то сумка носится на поясе. Если их же убрать обратно, то можно использовать как ручку для переноски, которая располагается сверху, так и специальный ремень, который идет в комплекте и превращает нашу сумку в сумку через плечо. Выглядит она таким образом. Тут накладка с велкро для того, чтобы сумка не натирала. Здесь регулятор, который регулирует ремень по длине. И крепится он с двух сторон на фастексах. И таким образом. При желании его можно отстегнуть и вообще убрать, оставить, к примеру, дома. Сверху сразу в глаза бросается утяжка в виде резинки. Под нее можно что-нибудь положить и утянуть. То есть она очень длинная, регулируется при помощи бегунка. Внутри мы видим большое отделение, и оно все обшито панелями велкро, на которые можно что-нибудь закрепить. Здесь же разделение идет на два отсека. В один вы можете, например, положить планшет, в другой какие-нибудь свои документы. И сверху карман с сеточкой. Теперь поподробнее рассмотрим два способа ношения этой сумки. Первый – это на поясе, когда мы регулируем при помощи стропы под нужный нам размер, ее носим кому как удобно, либо сзади, либо сбоку, либо спереди. То есть сумка удобно сидит на бедрах, если все хорошо отрегулировано. В любой момент ее можно снять, расстегнув всего лишь фастекс. Теперь второй способ крепления, когда боковые лямки у нас убираются под заднюю панель, прикрепляется при помощи фастексов ремень и носится как обычная сумка через плечо, либо таким образом. Ну, еще можно использовать дополнительно ручку. Отличная сумка, которая подойдет для повседневного использования. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.